Ой, как неправ Макаревич. В метро нынче можно встретить звезд первой величины. Все чаще знаменитости из роскошных авто с личным водителем пересаживаются в общественный транспорт по самым разным причинам. Впереди планеты всей, понятно, Голливуд. Демократичному Тому Хэнксу, например, в метро нравится. Там он наблюдает за другими пассажирами и собирает по крупицам впечатления для будущих ролей. А попутчики и не замечают, что с ними рядом едет дважды оскароносный актер. Певица Риана не чурается общественного транспорта. Обосновывает это тем, что подземка напоминает ей о прошлой жизни, до славы, когда она была еще обычной девчонкой. Киану Ривз вообще редко пользуется личным автомобилем. Намного чаще он ездит в метро, где с актером может сфотографироваться любой желающий. А несколько лет назад в сеть попало видео, как Киану уступает свое место в вагоне стоящей женщине. Прямо или съезд? Съезжай! Так намного лучше. Дрю Берримор даже красится в общественном транспорте, объясняя это тем, что у нее после рождения второго ребенка совершенно нет времени на уход за собой. А вот Мадонна проехалась на автобусе ради эксперимента, надев широкополую шляпу и прикрыв лицо. Ее действительно никто не узнал, хотя во время поездки поп-дива снимала видео, чем явно привлекала внимание. Джулианна Мур часто ездит на подземке или на автобусе. Говорит, что папарацци и поклонники давно оставили ее в покое. А на общественном транспорте очень удобно добираться куда угодно. Среди российских звезд тоже есть те, кто замечен в общественном транспорте. Это и Тимати, и Ксения Собчак, и Эмин. Но что-то нам подсказывает, будто эти поездки понарошку. Ну, явный же пиар. Итак, случается, что богатые и знаменитые отказываются от передвижения на автомобилях. Но это скорее исключение, чем правило.